рэгіёне шмат сапраўдных гераінь, працавітых, ініцыятыўных, творчых. Іх дасягненні і поспехі становяцца тэмай артыкулаў і сюжэтаў. Нашы корэспандэнты пазнаёміліся з Аленай Волкавай, працаўніцай камунальнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Суткова». Яна – адзіная на Гомельшчыне жанчына, якая працуе на персанальным трактары. Апрача таго, ёй належыць рэкорд па працягласці работы механізатарам. Падрабязнасці далей у сюжэце. За рулем трактора «Беларусь» былая россиянка отчувая себе вельми комфортно. У Хойницкий район она переехала каля 30 годов тому. Ранее працавала водителем машины, але у Беларуси ей пропоновали пересесть на трактор. Кажа, что за 28 годов работы николи об своим выборы не пошкодовала. Я раньше на машине работала, а сюда вот мы переехали, мы с России переехали, вот считайте, 30 лет уже почти. Я директор тут был, он говорит: «Лена, у нас, говорит, водители зимой, они, говорит, вообще без работы. А ты, говорит, ну, иди на трактор, говорит, у тебя всю жизнь будет постоянно работа». Так вот я и осталась, и ее работа до сих пор. Гэты трактор у яе пяты по лику, але першы персональны. Алена Волкова атрымала яго 4 гады тому падчас областных дажынак. Машина и зараз як новая. Падчас приезду нашей здымачной группы у Суткова проверяли технический стан трактору, а тому все механизаторы находились на мехдвары. Пакуль работы не вельми шмат, але хутка вясна и нагрузка значно павялічыцца. Алена Волкова спачатку будет помогать вязкоўцам у пасадцы бульбы, а потом працаваць на палетках. Кажа, любую работу выканае якасна. Кіраўніцтва гаспадаркі об гэтым ведае, а таму водгукі об жанчыне-трактарысте только станучыя. Она исполнительная на любой работе. Вот. При какой-то поломке устраняет быстро и четко, быстро выезжая на поставленную задачу ей. В основном работы делая, сено просуя, солому просуя. Любые работы, которые мы ставим, Елена Викторовна, я вам скажу, что молодец. За время вот этой работы никто не скажет, что какое-то замечание ей дать. Сёння Алена Волкова – адзіная на Гомельшчыне жанчына-трактарыст. Прычым па прафесійным мастэрстве нічым не саступае калегам-мужчынам, а часта працуе нават лепш за іх. Яшчэ адна рыса Алены Волкавай – стаўленне да тэхнікі. Трактар павінен не толькі прыгожа выглядаць, але і заўсёды працаваць дакладна, як швейцарскі гадзіннік. Я люблю, чтобы она всё работала, и она была в отличном виде. Потому что она ж, это ж кормилец. Если не будет работы, значит, ты будешь без работы. Я люблю свою работу. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гумель».